Смешной и поучительный. В Чувашском драматическом театре прошла премьера спектакля «Цветочный бал Хрюши». О том, что больше всего понравилось детям и чем смогли зацепить актеры в нашем репортаже. Несмотря на короткий период подготовки, новая постановка получилась яркой, романтичной и увлекательной. Каждый актер вложил в нее душу. Каждый по-настоящему полюбил свою роль. Я играю роль петуха. Очень хорошая роль, мне очень нравится, поэтому она очень такая живная, активная. Как и все знают, он хозяин двора, поэтому как в этой сказке, так и происходит. Конечно же, меня все недолюбливают, потому что я хочу порядок наводить свой, по своим правилам. По сюжету сказки маленький поросенок Хрюша мечтает подружиться с бабочкой. Для этого он решает засеять двор цветами, чтобы она прилетела. Однако Задир и петух убеждают, что дружба между поросенком и бабочкой невозможно. В финале постановки персонажи сказки объединяются и устраивают цветочный бал в честь дня рождения Хрюши, на который все же прилетает и бабочка. Животные из нашего двора думают иначе. Они говорят, что мы совсем разные, совсем друг друга не понимаем. Постановка интересна не только детям, но и взрослым. Яркая сценография, выразительная музыка, интерактивные элементы – все это дарит неподдельные эмоции. Спектакль очень понравился, дети в восторге. Так, и, конечно, они первый раз, поэтому, наверное, мы думаем, что часто будем посещать этот театр. Очень веселый, смешной. Мне понравился Хрюшка. Почему? Потому что он добрый, заботливый, смешной. На премьеру пришли и дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Всего в Чувашии в канун Нового года и в период зимних каникул для них пройдет более 70 новогодних представлений. Праздничные мероприятия продлятся до 9 января. Всего порядка 1500 детей с каждого района, с каждого города республики посетят наши новогодние представления. Более 10 тысяч подарков от главы республики получат детки из таких семей. Безусловно, это помогает верить в чудеса, верить в добро. Посетить такие представления смогут более 5000 детей из многодетных или малообеспеченных семей. Ну а посмотреть не только смешной, но и поучительный спектакль «Цветочный бал Хрюши» можно будет в Чувашском драмтеатре до конца декабря и во время зимних каникул. Анна Центовская, Юлия Дюкова, Игорь Зверев. Республика.